Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. На этот раз в ролике довольно приличное место займут мусульманские афоризмы и цитаты. Их на нашем форуме в свое время разместил форумчанин Олег Гуцулек. Правда, будут не только они, что понятно, в свое время на форуме их размещало очень много разных людей. Олег, кстати, кандидат философских наук. Ну и с вашего позволения продолжу. Не надо опускаться до моего уровня. Оставайтесь на дереве. Следующий лучше зачитаю. Человек не должен перекладывать ни на Бога, ни на дьявола то, в чем повинен сам. В конце концов, оба эти персонажа теологического миропорядка должны нести кару лишь за свои грехи. Первый, судя по слухам, создал род людской, второй не допустил его вымирания, своевременно научил размножаться. Если хочешь придушить гадину, не бойся приблизиться к ее голове. Следующее тоже лучше зачитаю. Вы не будете столь любезны сказать мне, какой дорогой мне следует выйти отсюда. Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти, ответил кот. Мне безразлично куда, сказала Алиса. Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь, сказал кот. Благоприятные возможности существуют только тогда, когда в них узнают благоприятные возможности. Я верю в древность и люблю ее. Конфуция. Следующее лучше зачитаю из-за имени. Автором спотыкательное. Я думаю чувством, я чувствую мыслью. Мигель де Унамуно. Следующее тоже лучше зачитаю. Есть два способа прожить жизнь. Или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь чудо. Альберт Эйнштейн. Настоящий друг с тобой, когда ты не прав. Когда ты прав, всякий будет с тобой. Марк Твен. Следующее тоже лучше зачитаю. И я прежде всего желаю вам побольше чистокровного эгоизма, который заставил бы вас на время придавать своему собственному делу исключительное значение и забыть обо всем остальном. Генрик Ибсен Георгу Брандесу. Любите людей, но не подавайте вида. Фридрих Ницше. Следующее тоже зачитаю, опять же, из-за имени автора. Иностранные имена, такое дело, можно споткнуться. Лучше быть эксцентричным позвоночным, чем используемым ископаемым. Милен Фармер. Следующее тоже зачитаю, он довольно тоже спотыкательный, хотя и короткий. Кем человек себя представляет, тем он и будет. И он есть то, что он представляет. Парацельс. В жизни можно доиграться. Но наиграться нельзя. Если у вас паранойя, это еще не значит, что за вами не следят. Ну и мусульманские, с вашего позволения, афоризмы я лучше буду зачитывать. Повелитель правоверных имам Али сказал, ценность каждого человека определяется тем, чем он преуспел. Имам Зейн Аль-Абидин сказал, если бы люди знали о тех благах, что таит в себе изучение наук, то стремились бы учиться, даже если бы для этого потребовалось сражаться и проливать кровь. Смотрите не на то, сколько молится и постится человек, сколько раз он совершает паломничество, сколько выполняет хороших дел и сколько времени он проводит в ночных молитвах. Но смотрите на его честность и надежность. Хадис пророка приводит Табарси. Пророк сказал... Руководствуйтесь солнцем, а когда зайдет солнце, руководствуйтесь луной. А когда скроется луна, руководствуйтесь Венерой. Когда исчезнет с небосклона Венера, руководствуйтесь двумя звездами. Пророка спросили, что подразумевается под солнцем, луной, Венерой и двумя звездами. Он ответил, солнце это я, луна это Али, Венера это Фатима, две звезды это Хасан и Хусейн. Шавахид ат Тензил. О те, которые уверовали, будьте помощниками ансарами Всевышнего Аллаха. Подобно, как Иисус, сын Марии, призывал апостолов своих, кто будет мне помощником в Господнем деле. Ученики воскликнули, помощниками Бога будем мы. Коран. Мы даровали тебе явную победу, чтобы Аллах простил тебе то, что предшествовало из твоих грехов. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.